Համատաղական գործողն է եթերում Արման Սաղաթելյանի ստուդիայում։ Այսօր մեր տարվա ամփոփիչ թողարկումն է եւ ես հրավիրել եմ Կովկաս ինստիտուտի տանորեն Ալեքսանդրես Կանդարյանին մի շարք հարցերի շուրջ քննարկումներ ունենալու համար։ Ողջունում եմ ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ա, գիտեք հաճախ ձեր հարցազրույցները նայելիս ինձ միշտ առունակ է եղել որ ձեզ հարցադրումները հայերեն են հնչեսնում, պատասխանները ռուսերեն են հնչում միտեսակ այս բարթեցված հաղորդակցումը կարծոմամբ դեղին չէ մենք կարող ենք շփվել այն եղանակով որը որ ձեզ առավել հարմար կլինի անցնենք ռուսերենի ընթադրումը ես նախընտրում եմ ռուսերեն շատ լավ ա, В действительности будет намного и продуктивнее, и понятнее, и оптимальнее говорить на одном языке. Давайте э, начнем с тех вопросов, которые, как мне кажется, наиболее актуальны с точки зрения безопасности в глобальном нашем аспекте. И попробуем проанализировать за прошедший год, какие у нас есть новые вызовы, какие у нас достижения, если таковые у нас имеются. И, ну, в основном, конечно, в региональном контексте, в контексте Нагорно-Карабахского урегулирования, в контексте взаимоотношений с мировыми центрами силы и принятия решения. Давайте начнем с Азербайджана. На протяжении последнего года мы замечаем определенные тенденции внутриполитических перемен в этой стране. Мы видим ну, перестановку сил, в том числе и в аппарате, в высших эшелонах власти. Мы видим активность первого вице-президента. Мы знаем о новых внеочередных парламентских выборах. С чем мы имеем дело, что там происходит, на ваш взгляд? и есть ли какие-либо риски и угрозы в том, что там происходит. Спасибо за вопрос. Мне кажется, безумно интересным. То есть безумно интересным не просто академически, это интересно. Прикл изучать, это прикладное. А и <знадцать> значение. Это важно для, для самого Азербайджана и для окружающего мира не только прошедший год а достаточно уже давно несколько лет как минимум как минимум индикатор этого я вижу с 2015 года в Азербайджане идет транзит власти в такого рода системах ближневосточного центральноазиатского толка да Азербайджан ведь давно давно давным давно в политологическом смысле это не не Кавказ уже, это Ближний Восток. Это султанат да. скорее. Султанаты нежели... тоже разные бывают, да. Ну, и, и у нас есть да, на Кавказе примеры, были примеры такого рода правления. Ну но... Не суть. Не суть. Важно то, что вот в такого рода режимах иногда довольно трудно отследить, что что происходит. Понять, что происходит в Армении извне Армении иногда трудно. Но увидеть, какие события происходят, очень легко. Они появляются в прессе. В Азербайджане есть практически официальная цензура. В Азербайджане те изменения, которые происходят, они происходят под спутно, внутри партии власти, то, что выходит за пределы э, этой вот властной пирамиды, э, очень трудно определить. Это специально распространяемые слухи, чтобы нас всех обмануть, или это касается какой-то реальности, трудно отследить, какой реальности это касается и так далее. Но мы видим на протяжении всех этих последних лет, э, вытеснение из власти того, что принято называть нахичеванским кланом, неправильное, на мой взгляд, название, правильнее этот клан или эту группу людей называть армяно-грузийской, на мой взгляд. То есть это люди азербайджанцы, этнические выходцы в основном из Армении, но из Грузии тоже. Ну, принято их называть нахичеванцами, да. Те, те люди, которых привел к власти Гидравий. Алиев отец и те люди, которых он поставил, так сказать, на хозяйство. В этом вот поставлении до хозяйства роль нынешнего президента Азербайджана была такой значимой, видимой, но, но иногда служебной. Правили реально другие люди. И вот эти люди постепенно вытесняются другими людьми, другим кланом, если угодно. Ну, то, что называется обширонцами или бакинцами, выходцами из Баку внешне, когда это выражается, на личностях речь идет о том, что Рамиз Мехтиев и люди вокруг Рамиза Мехтиева, который, ну просто очень стар, он просто по физическим причинам уже вот, постарел человек. с одной стороны и Пашаевы, то есть семья супруги президента, с другой стороны. В экономике этот процесс достаточно давно был почти закончен, то есть Пашаевы, они овладели почти всеми экономическими высотами, которые Силовой возможно, блок невозможно. оставался под контролем. Силовой блок. Наши Вообще политические блок. решения в значительной степени оставались под Мехтеевым. Мехтеев от власти практически отстранен сейчас. И даже дело не в том, что он теперь академии наук командует господь с, ней с Академией наук. В Азербайджане бывало так, что некоторые министры вполне мирных министерств обладали собственными армиями. Mm -hmm. Вот у него этой армии ни в прямом, ни в переносном смысле уже нет. И вот нам предстоит, точнее, им предстоит, ну, нам, наблюдателям тоже, да, наблюдать за выборами парламента. Какие там перестановки намечаются, на ваш взгляд? Я думаю, что туда будут ну, просто будут отстранены те люди, которые представляют прошлую, прошлую элиту. Рабиза Бехтива однажды уже пытались снять, и он удержался благодаря парламенту. Парламент формировался э, при нем и им. Парламент в Азербайджане формируется следующим образом: да? Люди mm. подают заявки, эти yeah. заявки одобряют, конкурс, и после yeah. этого они попадают yeah. в парламент. Я думаю, что будет в парламент введено то, что будет называться оппозицией. У меня даже есть предположение, кто именно будет представлять эту... Вы имеете в виду управляемую оппозицию с управляемую. целью создать видимость демократического да. строя? Да, создать, да. И, и эту оппозицию очевидно, в этой оппозиции будут концентрироваться в том числе и те люди, которые там называют Еразами. Еразы — это сокращение от ереванских азербайджанец. виду ну, не Ереван, конечно, а вот выходцы из Армении, чтобы вот им что-то осталось, так сказать. Я думаю, что Жесткие заявления господина Алиева про то, что они вернутся в Ереван, захватят Севан, я, я не знаю, там Зангезур и так далее. Это все связано вот с, с тем, что этим людям надо оставить какое-то место во властной пирамиде, но оно будет далеко не такое центральное. И символичное. И ну, какие денежки, наверное, оставят, чтобы люди. В связи с этими там, переменами и перетасовкой по сути внутренней структуры власти. Вы видите ли какую-то взаимосвязь между наблюдаемой интенсивизацией какой-то определенной поспешностью, возможно, на мой взгляд, в деле урегулирования и процессов вокруг Нагорного Карабаха? Uh, То есть я... Мы видим определенную поспешность. Мы видим шаги, которые мы доселе не видели. Мы видим э, ощущение, что э, э, они сильно спешат. Отчасти, да. Но я бы сказал, что больше... Связано ли это с внутриполитическими процессами? Мне кажется, что это больше... Это связано с внутриполитическими процессами, несомненно, но в гораздо большей степени, мне кажется, это связано с внутриполитическими процессами в Армении. Они пытаются, или пытались, пытаются воспользоваться теми изменениями, которые э, случились в Армении полтора года назад. С одной стороны, это те изменения, с которыми они не, не очень понимают, что делать каким образом менять свою э, политику. С другой стороны, это та вот вода, в которой они попытались поймать какую то да, вода, в которой они попытались поймать какую-то рыбку. Что, в общем, естественно, да, когда они происходит. Они ее там поймали, на ваш взгляд, И... или там клюет? А... Клевать иногда клюет. А, а это по-разному в разные периоды. Поначалу клевало несколько больше. Но мы плавно переходим уже к процессу регулирования, да и к переговорному процессу. Хотя нас долгое время убеждали, что никаких переговоров нет. Это консультации, обмены мнениями и прочие вещи. Оказалось, что это совсем не так. Вернее, не совсем так, что это переговоры, во время которых были также достигнуты определенные, в том числе, соглашения по части, например, тех же обменов журналистскими группами и прочим. Мы наблюдаем определенную такую, знаете, на упреждение активность азербайджанской стороны. И они начали себя довольно-таки вольготно чувствовать. Я не знаю, смотрели ли вы интервью Министра иностранных дел. Ну, на, на моей памяти подобных интервью я не видел. То есть, довольно-таки вольготно, очень так себе уверенно, в чем, это, в чем причина подобного поведения? То есть, они что-то поймали. Какую-то рыбку они выловить смогли? Смогли ли они реализовать те ошибки и э, оплошности, которые были э, с армянской стороны на протяжении последнего года? В частности, я уточню вопрос, э, в частности по вопросу суб, суб, субъектности Нагорного Карабаха. И, урон который я думаю был нанесен этому аспекту в переговорном процессе вы можете со мной не согласиться мы можем Могу это конечно спасибо опять спасибо за вопрос потому что интересно опять же и я попробую я очень рискую на то что буду понять неправильно но я попробую высказаться достаточно четко да я понимаю и осознаю ошибки, которые делаются с армянской стороны. Которые конкретно? Их делается конкретно. очень много, Давайте Которые, дел... как в Карабахском вопросе, нет? Угу. Я имею в виду на переговорах в том, которые что касается. эти ошибки? Есть... На ваш взгляд, Простите. Как, как, каковы эти ошибки? Что и, конкретно их, вы имеете Их в виду? очень немало. Есть некоторая хаотичность с самого начала э, смены режима. Понимаете? Ладно, давайте так. В Армении произошла слева смена элит. Угу. До этого были люди, плохие, хорошие это другой разговор. Да? Были люди, у которых выработался некий формат нахождения в этом процессе. Угу. То есть Серсерксанд был у власти 10 лет, в эту власть он тоже не с нуля пришел, до этого он тоже был в политике, выработался некий формат, этот формат, я не сказал бы, что он хорошо работал, но он существовал, и выработались некие механизмы, которыми работали люди. Да? Люди друг друга знали, люди друг с другом взаимодействовали, была некоторая накатанная колея пришли новые люди, люди, у которых нет никакого опыта абсолютно в этом деле. И обратите внимание, мне кажется, это важно, что впервые в истории Армении случилась смена власти, пришли новые люди, и драйвером их прихода к власти не служили цели, связанные ну, с национальными... Ну, не с национальными целями, нет, вот уже начинаю оговариваться, да, с... Карабахским конфликтом с, Знаете, с. Я я не уверен в этом тезисе, потому что если вы имеете в виду то, что было на первый взгляд и на поверхностном уровне, возможно, я с вами соглашусь. Однако относительно истинных причин этой смены власти и какие центры стояли за этим и каковы мотивации и намерения этих центров. Здесь я могу с вами долго я об этом поспорить. Вообще не говорю. Нет, то есть я имею в виду, что опять-таки, на мой взгляд, именно карабахская проблематика и проблема урегулирования э, лежала в основе принятия решений поддержки этой смены власти. Я не об этом совсем. Угу. Я о том, что приходя о к власти публичной части они, использовали, конечно, ну, они использовали, конечно, они использовали только о сути почти не, чисто не... социаль. Нет, нет, это суть. Это суть. Ну опять-таки есть... я с вами не согласен. А... Это обертка. Причем, как оказалось, для для побольше части для власти. общественности, для народа, который так, по сути, и не получил все то, что ему продавали продать в этой обертке, потому что основная часть всего того, что ему обещалось и в чем обвинялось, либо оказалось не совсем так, либо вообще эти обещания Окей, забылись. Не буду спорить. Обертка вот была Обертка. такая. До этого обертки были совсем другие. В 2008 году, в 88 году, в 91 году, в 96-98 году эти обертки были другие. Те обертки касались, называйте как хотите, я не спорю о терминах. Да? О терминах Нет, не спорю, мы, да, мы, мы о проявлении или о сути, мы не о терминах мне спорим, кажется, мы, мы о разных мне вещах. Мне кажется, это чрезвычайно было важно. Пришли к власти люди... Не который... на этой волне, не, на... не с да. этой риторикой. Так давайте обозначим, это давайте будет так, нейтральный вариант. Так, Значит, придя к власти, им нужно было э, попытаться овладеть вот этим тоже. Инструментарием. Инструментарием. Угу. С этим было поначалу плохо. То есть делались, повторюсь, разнородные заявления, люди влезали в воду, в которой их раньше не было, очевидно были какие-то, может быть, были какие-то надежды у кого-то и так далее. Прошло какое-то время, начинается привыкание, да, в том числе и в Азербайджане, в Азербайджане не понимали, что это такое, не понимали, с чем они имеют дело, с кем они имеют дело, новые люди, какие-то непонятные тезисы и так далее, и так далее. С прошествием времени утверждается некоторый канон, только начинает утверждаться, и, очевидно, еще какое-то время будет. пройдет до того, как мы поймем, где мы вообще находимся в этом свете. Но тут я бы сказал то, что мне кажется самым важным, и это не касается собственно намерений людей, ошибки-то ошибки делались, но мне кажется, это не очень важно, потому что по большому мне кажется счету, что субстантивные переговоры последний раз велись в 2011 году в Казани последний раз пытались урегулировать Карабахский конфликт в 2011 году в Казани. Неудачно пытались, попытались. С тех пор все, о чем говорили, с тех пор еще при прошлом режиме. Да, если да, для этого даже великим политологом не надо быть, а просто нужно быть человеком, который газеты читает. Да? Вот если даже на открытом уровне посмотреть... Смотря о чём, какие газеты. Любые газеты вы увидите, о чем велись эти переговоры. Да? Переговоры велись о системе расследования инцидентов на границе. О Это увеличении, очень важный аспект, что потому что после развязанной агрессии 2016 -го года... А да. увеличении количества мониторов или не увеличении социально страны, о группе Каспаршика, о создании каких-то там мер доверия... Сейчас вот приходит дело к тому, что о подготовке к миру, о по, 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 так говорится, да, слова такие, слова словеса. А, а о том, чтобы и вот теперь вот поехали эти группы журналистов и так далее, и так далее. Это все не про урегулирование конфликта, это про менеджмент конфликта. Попыток урегулировать конфликт, мне кажется, как не происходило, так и не происходит. Поэтому мне кажется совершенно, почему я говорю, что это сложно, потому что я, вы процитировали, я понял, конечно, о чем вы говорите, о том, что вот люди говорят, что ничего не изменилось. Это не так, потому что люди говорят об этом изнутри политической реальности. Они я абсолютно не это имел в виду. Но я, по я больш... продолжу сейчас. По, я uh -huh. я это скажу, да, Совсем мало. Извините, да, долго говорю. Но а, мне кажется, что по большому счету стратегических изменений в переговорном процессе, которые влияют на собственно карабахский конфликт. Я отделяю переговорный процесс вокруг карабахского конфликта и собственно карабахский конфликт. Это связ, связанные, но разные вещи на самом деле. Их, мне кажется, что не очень-то происходит, что ситуация такая, как она есть, она является результатом, ну, может быть, 16 -го года э апреля 16 -го года и вообще той ситуации, когда переговоры не очень субстантивные. Э мы прервёмся на небольшую паузу, рекламную, вернёмся в студию и продолжим вашу мысль. Շարունակում ենք մեր թողարկումը Իմ Հյուրն է Կովկասինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Սկանդարյանը, մենք քննարկում ենք տարվա ন্তացքում Мы остановились с вами на той мысли, что, на ваш взгляд, каких-то критических подвижек в переговорном процессе вы не наблюдаете. То есть это вялотекущий процесс, на ваш взгляд? И нет ли для нас новых вызовов и каких-то рисков в том менеджменте, если это менеджмент, а не урегулирование, которое происходит? Есть риски всегда есть. Ну, например, например, для это, нас, это самое важное. Я для думаю. нас о, о не знаю, для, бывают риски более серьезные. Для нас, например, риском являются выборы в Азербайджане. Mm -hmm. Потому что перед такого рода событиями обычно Азербайджан должен демонстрировать жесткость и иногда он эту жесткость должен демонстрировать, для консолидации внутренней да? Жесткость он должен демонстрировать не только словесную, это мы уже видим, а и собственно на границе, это, это есть опасность. Для нас есть опасность срыва тех процессов, которые идут в Азербайджане, Да, там же идет внутренняя борьба, и по-настоящему то, как она идет, мы увидеть не можем. И там могут быть резкие какие-то риски, которые им легко будет погасить при помощи обострения ситуации да, по отношению к армянам. Да, армянам и, я имею в виду, и Арцахским, и, и Республике Армения. Это, это все риски. Но риска глобального связанного с карабахским конфликтом, потому что формат карабахского конфликта будет резко изменен, скажем, предположим, да, начнется большая настоящая война, скажем, прервутся вообще закончатся переговоры в формате Минской группы, скажем, вступят какие-то третьи четвертые силы непосредственно в конфликт, вот. Этих рисков я пока, по крайней мере, не вижу. Это не значит, что это навечно так. Не значит, но на что сегодняшний... их нет. Да, ну, не значит, что... Но на сегодняшний день я их вижу маловероятно. Ага. Как и видел маловероятно беду. Ну, дело в том, что масштабы развития тех или иных процессов сильно зависят от самого процесса. То есть, вспомним, 16 год, Да. То есть в то время боевые действия начались силами армейского корпуса, как мы уже знаем. Однако однозначно имелись планы развертывания и вовлечения в процесс также резервных корпусов и прочих подразделений в случае какого-либо успеха на первом этапе этой агрессии. То есть, поэтому каковы будут возможные масштабы и каких действий мы знать не можем однозначно. То есть я думаю, что сценариев огромное множество, и э, их просто должно быть огромное множество в зависимости от достигнутого результата за какой-то промежуток времени или а предоставления каких-то э, Извиняюсь, можно? Да, да конечно, однозначно. А, это разные вещи. У военных должно быть огромное множество сценариев, вплоть до самых невероятных. Это у них работа такая. Да? У них они должны лежать там, я не знаю, на полке. И при определенной ситуации они вытаскивают определенный сценарий, конверт. конверт. И действуют согласно этому. Повторюсь, это их работа. У аналитиков есть, обязанность аналитика ⁇ это вероятность этих сценариев. Угу попытаться оценить вероятность этих сценариев. Конечно, ничего нельзя исключать в принципе. Да? Я полагаю, что у военных должны лежать, например, сценарии на, возможно, на теоретическую возможность обострения отношений с любым из наших соседей. Ну вот, мы в, буквально позапрошлую нашу встречу с, тоже в данном формате говорили о утечке по части турецкого плана. Ну да, вы да, заметили, да, думаю, это да, информацию. Да, 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 конечно, заметили, по, потому, что по, она вполне нормально, да. да, но о, оценивая это аналитически, ну опасность нападения, я не знаю, Грузии на Армению, я пока что оцениваю <соценно> чрезвычайно маловероятно. Или Ирана. Или Ирана. А это такая шутка, но в шутке есть доля шутки. Мне кажется, что сам апрель, апрель 2016 -го года, показал малореалистичность того сценария, о котором вы говорили, азербайджанцы ведь обломались, ну, и обломались здорово на самом деле, и эти уроки, а с того времени произошло много изменений, они произошли на азербайджанской стороне, назовем это фронта, но они произошли здесь тоже, здесь я имею в виду оба армянских государства, да. То есть сделаны уроки, много чего. Сделаны орг -выводы, орг выводы и предприняты соответствующие да. меры. И, и, и это все дает мне основания полагать, что сценарий большой настоящей войны. Вы тотальную и... войну имеете в виду. Я глобально. войну. Глобально. Да, война, я, я наговорюсь. Ну, ну, апрель 16-го года я войну не называю. На мой взгляд, это война по-другому. Ну, такую войну. Которая была в 93-94 годах. Вот что втором. Такое. Да. В вот, том числе. Вот, да. Ладно. Теперь. В этом контексте, э, посмотрите, постоянной э, переменной <coughs> является низкая группа, mm -hmm. которая представлена основными такими силовыми центрами мировыми. Mm -hmm. То есть, это... Соединенные Штаты ⁇ это Россия. Сегодня, казалось бы, вот этот роль локомотива взяла на себя Россия в этом процессе, и больше, наибольшая инициатива наблюдается с ее стороны. Но вместе с тем мы можем наблюдать некую очередность событий, которая настораживать нас не может. В частности, я приведу только два примера. Один из них, я насколько знаю, вы присутствовали даже при этом случае, когда президент Азербайджана на Валдайском форуме, абсолютно ни в попаты, ни в тему ни форума, ни формата, ничего сделал очередные заявления, в том числе антиармянского характера. Что осталось абсолютно незамеченным, и никоим образом никто не отреагировал на это неуместное, по сути, заявление в этом формате и на этой площадке. А представителей армянской государственности там не было вообще. То есть они либо не были приглашены, либо были, но их там не было и так далее. Второй инцидент это так называемый вот, вот, провокационный пресс-релиз азербайджанского МИДа. Через посольство, если я не ошибаюсь, буквально накануне очень важного процесса в Братиславе, однако при начале самого процесса никакого э, комментария относительно недопустимости подобных агрессивных провокаций, никакой оговорки, никакого возможного осуждения либо предупреждения опять не последовало. Если мы с этим сопоставим также визит Лаврова, который был ереван затем в Баку, и все, что происходило на этом фоне, можем ли мы констатировать, что э, по части двухсторонних отношений российско-армянских, все не очень хорошо настолько, как нам представляют наши власти. И что там есть очень много оговорок, очень много проблем, и все не очень однозначно? Ну, с конца, если начать, так проще, да? Давайте. Ну, конечно же, не так хорошо, как говорят власти. Любые власти всегда говорят, все, что происходит, оно лучше, чем на самом деле. На самом деле оно всегда будет сложнее, бывает сложнее, и всегда есть некоторые проблемы, которые властям представляют невыгодно. Это свойственно, повторюсь, любым властям. Я действительно был там на Валдае, я был в зале, когда господин Алиев это говорил, это вы очень правильное слово употребили, это действительно было чрезвычайно неуместно, я бы сказал, и это не только и не столько моя точка зрения, потому что я, естественно, больше смотрел на то, что говорят окружающие меня люди, чем говорят, выражают и так далее. И мне было интересно, конечно, не только то, что они для меня говорят, зная, что я армянин, я участвую регулярно, регулярно в заседании Валдайского клуба, и людей, которые туда приезжают, я просто знаю лично. Да? Представителей армянского государства там не было и не могло быть, там не бывают представители. Из представителей государств... Там в основном бывают представители российского государства. Но основная... азербайджанского оказалось. А, ну, он менее. был приглашен в числе других президентов, ну, вот. да. И это выглядело действительно чрезвычайно неуместно, потому что была повестка: должны были говорить о Азии в 21 веке, Евразии в 21 веке, все лидеры государств, там было пять лидеров государств: российский, азербайджанский, казахский. Филиппинский и Орданский, они все говорили с некоторым, ну, так сказать, аспектом, связанным со своим государством, но говорили, в общем, глобально, они правильно выполняли задания. Ну, филиппинец что-то там сказал про Америку, что он про нее думает. Но, в общем, говорил о будущем Азии, о том, как она будет развиваться. Казах говорил о том, что Казахстан – это евроазиатская держава, да, и тут, и там, и так далее. Но говорил об Азии. Путин говорил о роли России в Евразии, очень важной роли, и говорил о будущем этого региона. И даже иорданец, это меня просто потрясло грешным делом, если я не ошибаюсь, он о, слово «Израиль» не произнес ни одного раза, но все поняли, а, кого он, он имел в виду. Он слово евреи не сказал, он два раза сказал слово Джерусалим, Иерусалим, сказал, что люди там должны жить вместе дружно, а у них же есть конфликт, и конфликт серьезный. Да, да. И тут вот на этом фоне господин Алиев, который какая-то базия, который говорил довольно долго и практически только на ту тему, на которую в этом зале больше половины людей просто, наверное, не очень-то сильно и понимали, что... — Соответственно, мне кажется, что, конечно, это было обращено не на участников Валдайского форума. Зачем? Валдайский форум — это форум, на котором собираются политологи, специалисты, занимающиеся постсоветским пространством. Да? Это было в ряду тех жестких заявлений, которые все больше и больше делаются в Азербайджане. Позже мы видели интервью Бабидьярова, которое было по дипломатическим меркам, я бы сказал, неприличным. И это все намеренно, конечно же, это никакая не случайность. Видите ли вы в, этом, в причинах этого всего, в том числе и ухудшение наших двусторонних отношений? Я сейчас до этого дойду. Я сейчас до этого дойду, да, хорошо, закончу с Да, Это ужесточение риторики, это принятое решение, и это тот инструмент, которым они сейчас пытаются работать. Мы будем это слышать и впредь, и впредь, я думаю, до выборов, как минимум, а там посмотрим. К счастью, это ужесточение риторики синхронизируется с уменьшением насилия. Глобально с 2016 года уровень насилия на границах и, Карабахско-Азербайджанской, и, Карабахско -азербайджанской, и азербайджанской он, он понижен по сравнению с тем, что было раньше. Но риторика, она усиливается, она там такая сека и так далее. Связано ли это с армяно-российскими отношениями? Все связано с армяно-российскими отношениями, и что армяно-российские отношения, они сталкиваются с определенными сложностями, не имеющие отношения к Карабахскому конфликту напрямую, а имеющие отношение к, к смене власти в Армении. Это вне всякого сомнения. Ну, это понятно, тот это Тот же Алиев в если не ошибаюсь, и второй раз на встрече с Лавровым в Баку, Э, оба раза был такой некий э, реверанс да, по части того, что азербайджанская делегация всегда на международных площадках под, я недословно цитирую смысл поддерживала Россию и в частности мы всем составом единогласно проголосовали за возвращение России в ПАСЭ да. естественно, что за этим должно было следовать предложение в отличие от ваших стратегических союзников, делегации которые руководитель делегации уже руководитель комиссии по внешним связям парламента не нашел правильную кнопку чтобы проголосовать согласно его словам а второй вообще не явился на голосование да, да, я в виде помню, его. Это все, то есть это было обращено это был камень в наш огород больше Знаете, нежели а, это был реверанс в сторону россии две есть... две вещи я скажу во-первых мы говорим о россии да? работа на азербайджанцы конечно работают на нас у них мы это такой вот... Все остальное на них площадка. Они, <с <с они, бросить они, камень они, в наш да, Конечно, это тут, тут разговор понятный. То есть они выискивают каждое слово, каждую букву, каждую оговорку. Если нет этих оговорок, они могут попробовать их придумать. Для того, чтобы работать на нас, иногда это выглядит... Э, ну, даже не неуместно, а смехотворно, да, когда они ловят по всему миру каких-то людей с армянскими фамилиями, свозят их в Баку и заставляют этих несчастных за понюшку табаку говорить какие-то... Не Чушь нести. Чушь, да. Ну, это, это показывает вот эмоциональное отношение к Армении, армянам и так далее. Что, в общем, естественно, когда ты 30 лет поддерживаешь такой уровень так сказать, газа в комфорте, такой уровень этнофобии в стране в дискурсах, ну, проявляется как-то. Люди начинают, видимо, в это искренне верить. Хотя, с другой стороны, в искренность Мамедьярова я не очень сильно верю. Человек квалифицированный дипломат. Так что, так что ну, вот это нужно, это работает. Турция. Это да, бог с ним. Да. Рус... Угу. Россия. Нет. Вы знаете, конечно, трудно предположить, что Путину, господину Путину, должны сильно нравиться те способы прихода власти, которые произошли в Армении, те люди, которые в Армении сейчас у власти находятся, те биографии этих людей. Те, вы ну, имеете антироссийские акции, участники которых сегодня на высоких в том числе, должностях? В том числе, но далеко не только. Сам способ прихода к власти, сам э, антураж вот тот ту степень твиттеровости или фейсбучности другие инструментарии да это же все из другой эпохи немножко это вряд ли должно господину Путину сильно нравиться я не, не психолог но, но мне кажется что конечно же там э, с тем способом управления который происходит у господина Алиева, ему легче примириться с другой стороны, я другое вам скажу. Я бы не сказал, что у господина Путина хорошие отношения были с господином Сарксяном. Я точно знаю, что у господина Путина иногда бывают очень серьезные проблемы с господином Лукашенко. Я точно знаю, что иногда казахско-российские отношения подспудно но приходили к чрезвычайно серьезному кризису. Я хорошо знаю, что происходило в кыргызско-российских взаимоотношениях много-много раз. И я вижу одно: что в России умеют разделять. Умеют быть недовольными конкретными проявлениями политики в разных странах. Ну, разделяют народ, Но, государство и власть. Да, вот. Да. Предположим, вот. Пашинян, по Пашиняном по мне не нравится, я делаю предположение только, мне не нравится, что он делает то, мне не нравится, что он делает это, мне не нравится история с Хачатуровым, мне не нравится история с Кочарядом, предположим, я делаю предположение. Но Армения есть Армения, и ее место в нашей стратегии безопасности такое. Пока, по крайней мере, я вижу, что это работает. Сюда, конечно, вот для того, чтобы добавить эту самую ложку дегтя, то же самое с Азербайджаном. России нужна Армения для некоторых своих целей, и России нужен Азербайджан для некоторых своих целей. Поэтому выбор России, по большому счету, это не делать выбора. Потому что если Россия сделает выбор между Арменией и Азербайджаном, с огромной вероятностью она потеряет и Армению, и Азербайджан. Поэтому то, что вы говорите, это правда. И то, что я только что сказал, по-моему, -по даже более более выпукло с фамилиями, по крайней мере, да. Но мне кажется, что, повторюсь, там умеют разделять. Кстати, и здесь тоже. Гораздо менее умело, просто еще не научились. Но вот то, что умеют разделять, и с одной стороны, понятно, да, какие отношения и какие чувства у людей, и какие эмоции у людей, а в то же время тот уровень взаимоотношений между Арменией и Россией при многих очень тактических ошибках стратегически поддерживается примерно такой же, мне кажется. Ну, я думаю, что учиться надо в школе, в лучшем случае в институте, когда э, руководишь серьезными государственными вопросами. Это не совсем уместное занятие. Надо действовать и действовать безошибочно. Очень коротко, если можно. Mm -hmm. э, у нас остался один вопрос. Очень коротко, для ясности. Сенат признал факт геноцида армян в Турции. Мы видим российско-турецкое определенное сближение в регионе по ряду вопросов, в том числе совместных определенных начинаний, в том числе военно-технического сотрудничества и так далее. В этом контексте, как нам надо расценивать это все? Мы с чем имеем дело? Вы в очень правильный контекст. Что-то я много вас хвалю. Ну ничего, это, по, по, это, это крайний, крайний эфир этого года, Олег. Я приду к вам в гости, буду вас хвалить. Значит, это правильный контекст в том смысле, что признание геноцида Конгрессом, а потом Сенатом, надо помещать в контекст американо-турецких взаимоотношений или взаимоотношения в треугольник. Если иметь в виду 400, то если 400, то в треугольнике взаимоотношений России, Турции и Соединенных Штатов. И это может быть, быть воспринято как оскорбительное для... Армении, по-моему, обычная политическая реальность, но мне кажется, что лоббинг, который действительно был неплохо проводим армянскими организациями, если бы не было вот этого контекста, он еще сто лет мог бы проводиться. Что касается, то, то есть, в этом смысле поезд на признание геноцида, признаний геноцида, он пошел его не остановить на самом он будет идти дальше. Использовать это в каких-то целях на международных площадках Армения может. Переоценивать это не следует, но недооценивать тоже не следует. Это некоторый формат, в котором Армения сравнительно небольшое государство может влиять на более крупные государства через третье плечо, так сказать, через европейцев, американцев и другие всякие. Международной организации, например. Что касается российско-турецкого сотрудничества, о котором много говорят, и ну понятно, да, что в Сирии, в Сирии произошел фактически раздел. По Свердление. модели, я не знаю, было ли это вербально, наверное, было, но даже если Озвучено. нет, то, не то каким-то... Ну, турки с русскими точно разговаривали, американцы разговаривали или нет, я не знаю, но, в общем, невербально... Ну, то на... ясно. Да, что понятно, там что, произошло. что они уходили, что на этом фоне произошло и так далее. А, общение России с Турцией очень естественно сейчас, с одной стороны. Обе эти страны являются в какой-то степени изгоем для скажем так, части мирового сообщества и их взаимодействие, естественно. И у них слишком много противоречий для того, чтобы это расценивать как настоящее стратегическое партнерство с другой стороны. В той же самой Сирии. Во-первых, Сирия очень асимметрична для турок и для русских. Для русских это некое поле, на которое собственных интересов у них не очень есть, но они свои Шал. интересы при помощи Сирии... Латакия, да, понятно. Да. А, понятно, да, Латакия там понятно, да. Ну, это говорите, плотов. что времени нет, поговорим об этом. Да, нету. Эту тему. <свят> да а, но, э, а для Турции, ну, надо понимать, да, северные районы Сирии это, ну, так сказать, задний двор. Угу. Это та территория, которую они в огромной степени воспринимают как свои. Это как для русских Крым то, что они там сейчас создают, это же какой-то Северный Кипр, да, второй. Но у них там, а для русских нет. И противоречия, которые у них есть, они тоже очень существенны. В той же Сирии турецкие прокси сражаются с русскими прокси прямо вот сейчас. Турецкие отношения с русскими могут быть сравнительно неплохими ситуативно, но глобально очень хорошими они быть не могут. И эти противоречия, которые у них есть, они будут оставаться. И господа Эрдоган, и, господ... и Путин, они с большой достароженностью относятся друг, друг к другу. С другой стороны, понимаешь, что объдеваться некуда и надо в какие-то вопросы. Ну что ж, большое спасибо, спасибо за этот вам. подробный анализ. Менг Авартуменко, Айсалвато им Хью Կովկասինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Իսկանդարյանը կհանդիպենք արդեն հաջորդ տարի Armnews-ի, Armnews TV-ի եւ Armnews FM-ի եթերում մնացեք խաղաղությամբ եւ ինչ նոր տառում նոր հանդիպումների։ Armnews FM, այն ամենն ինչ կարեւորում ես։